Всем здорово, с вами Android и Androidыч. Сегодня хотел поговорить об аркаде, который называется Wire Diffuser. Мы играем за сапера, который будет, так сказать, разминировать различные бомбы, которые надо обязательно разминировать, короче. Нажимаем первую миссию. Все очень просто и достаточно интересно. Допустим, здесь мы должны зажать кнопку ровно 2 секунды и отпустить. Все, первая миссия пройдена. И в таком ключе мы будем проходить все остальные миссии. Но они будут усложняться. Видите, тут уже надо 2 кнопки нажать. И тут получается, раз, все, опять разминировали. А будут кнопки, где надо нажать 3 секунды, там 4. Вот видите, уже целых 2 кнопки. Но не все так просто. Будут не только такие вот, так сказать, испытания. Будут и различные рычаги, которые нам нужно свайпать в определенном направлении. И надо быстро-быстро вот так вот нажимать. Если мы слишком рано отпустим, то произойдет взрыв, и нам придется начинать с самого начала. Так, ну давайте попробуем пройти эту миссию. Короче, игра очень прикольная, очень в таком прикольном стиле нарисована. Мне она понравилась, думаю, вам тоже. Вот видите, не получилось у меня, к сожалению, и произошел взрыв. Давайте еще разок. Так. Окей. И финальная. Не получается. Короче, игра офигенная, прикольная. Всем без исключения советую в нее сыграть. А с вами был Android и Androidыч. А не забываем ставить лайк или оставить комментарий по данному видео. О, наконец-то я прошел. Давайте, может, сейчас другие испытания. Вот, вот такие будут возникать испытания. Вот так мы свайпаем с вами. И таким образом мы одну из цепей вот этого механизма, этой бомбы, мы разминируем, или как можно по-другому сказать, напишите в комментариях, а то что-то я сам запутался. Короче, игра того стоит, офигенная игрулька. А с вами был Android и Android, повторяю, всем пока, до скорых встреч.